Скажите о вашей инициативе, да, сегодняшнего? Да, сегодня это была моя инициатива, потому что душа болит как за Россию, так и за Армению. И столько несправедливого то, что творится в мире против России. Африка поняла, Украина поняла, Грузия поняла. Все поняли, кто творит зло, фашизм на белом свете. Кому Америка помогла? Нет еще ни одной страны в мире, чтобы Америка кому-то помогла. Она только рушит и находит в каждой стране предателей, которые ради своей, извините, кишки, ничего другого не святого нет. Продают нацию, продают свою веру, семью, все продают. И сейчас вот с такими вот написанными на полу там против русских и России, позор им. Они не против России, они против Армении. Если не дай бог, 102-я база или миротворцы выйдут, пусть каждый посмотрит на часы, сколько ему часов останется. Потому что НАТО здесь не просто так. И самое большое американское посольство, 2555 человек, 13 этажами, что они делают? Кому они в мире помогли? Хоть одну страну. А против Путина никто не имеет права ничего говорить. Человек совести, достоинства, воин и мужчина и дипломат. Благодаря ему он патриотический дух своего народа поднял. И не имеют права. Ни одного нет государства в мире, где 85% населения выбрало президентом кого бы то ли. Однако Путина 85% населения выбрало. Кто вы такие, шавки, ради того, что продались Эрдогану и Бахчири, серым волкам, шефу, эти деньги едите, сосна царей, турки царей, вы получите наистрашнейшую кару Божью. Уже получили, что вы без родины, у вас нет никаких, ни семейных ценностей никаких. А Россия сейчас против фашизма и против гнилого Запада борется. Сейчас Россия Содом и Гоморру очистит, то есть Европу и Америку. Вы не видите, что они, какой ЛГБТ, 300 видов извращения. Сейчас они педофилию. Тот же Николь, он книгу написал, он признался, что он педофил. Как он подробно все гадости описывает, всю грязь. Поэтому он любимец Европы и Америки. Будь проклят он, что нас 5 лет вот довел до этого. 12 тысяч у нас убитыми, 15 тысяч у нас
инвалидов. И это все на совести. Как Сосна-Цырен и все 200 НКО, что в Армении существует, и, к сожалению, 250 видов сект. Сект продались. Каждый получит по заслуге. Они через своих деток жесткую кару от Бога получат. Это не мой выбор, это они выбрали. И им будет очень больно. Надеюсь на это. А Путину и российским миротворцам еще раз спасибо. И низкий поклон. И я благодарна всем, кто пришли. И у кого просто не получилось по состоянию здоровья прийти. Нас немало, нас много. И мы действительно патриоты Родины. А у меня так две Родины, Россия и Армения, которые обожаю и горжусь всеми заслугами. Ничего, этот период пройдет. Еще одну вещь. Я хочу обратиться к нашим юристам. Я не юрист. Если имеет канадское гражданство Никол Пашинян с прошлого года, с мая месяца или с марта, по какому праву он полтора года какие-то законы подписывает? Я, насколько имею информацию, высокопоставленное лицо не имеет права подписывать, имеет, во-первых, два гражданства, и он не имеет права подписывать закон. Кто ему разрешил в Праге, Брюсселе и Вашингтоне какие-то с Алиевым, извините, с извращенной Европой подписывать договора против нашей страны? По какому праву? Значит, это все нелегитимно. Он не имеет права. Наши должны объединиться, адвокаты, юристы, все, и создать правовое общество против полтора года бесчинствующего, не имеющего никакого значения к нашей родине и не имеющего права подписи ставить. Кто разрешил ему Арцах сдавать? Он когда пришел, кричал: «Арцах, ах, я стану евреем». Кто ему разрешил? Он хоть кого-то из нас спросил? Мы как раз против всех этих бесчинств, что он творит. Простите, ради Бога, за эмоции. Простите, спасибо большое. Еще раз, Владимир Владимирович, низкий поклон всем вашим родственникам, кого нет. Вам, вашему окружению и всему, всем миротворцам и солдатам. Спасибо всем, кто нам и сейчас еще помогает, и не разочаровался в Армении. И не дай Бог нам получить то, что Николь здесь посеял. Его жена ездит к фашистам, поэтому Сосна-Цырен под украинскими флагами ходят. Потому что они все с Канады питаются. Поэтому Николь взял гражданство Канады. Самое большое, 1,5 миллиона украинцев, 1,5 миллиона фашистов в Канаде живут. Тот же Арапопян со своими детками и остальные все питаются на канадские доллары и турецкие. Поэтому сейчас у них Канада любимая страна. Наши юристы пусть объединятся и дадут правильный ответ этому безобразию, что полтора года творится. Спасибо еще раз, извините. Спасибо. Я скажу единственное, что я сейчас хочу сказать. Я пришла сюда, чтобы выразить глубочайшие соболезнования этим близким матерям, женам, друзьям, всем этих миротворцев, безоружных миротворцев, которые убили, которые защищали наше мирное население. Огромное вам спасибо. Я верю, что справедливость все равно восторжествует, и когда-нибудь эти преступления будут наказаны. Большое спасибо всем и большое спасибо этим всем. У нас очень многие работают педагогами. Есть айсурастерем, вот все им за вакцина хайтнем, айн рус зиборакандири махмака вакцинам полон. Вакцины им хайрин окнер. Есть хорапес савун амдра амамар. Я видим, вот давадрабар адрбеджанцы нерам сикунтиц хэпэр. Եվ նրանք զոհ գնացին դրա համար, որ եկան մեզ պաշտպանելու, եկան մեր բնակցությանը օգնելու, բայց ցավոք նրանք զոհվեցին։ Ես նորից խորապես շնորհակալ եմ նրանց, ես ցանկանում եմ, որ նրանց ոգիները բոլորը լույսի մեջ լինեն, և այդպես էլ կլինի, որովհետև նրանք արդար ձևով զոհվեցին մեր ժողովրդի համար։ Հիմա ինչ վերաբերվում է իմ կարծիքը, ասեմ, որ ես հասկանում եմ շատ լավ, որ Պուտինը պայքարում է միահեծան և միաբևեր կառավարիչների դեմ, որոնք
չեն երևում երբևէ, բայց նրանք անում են իրենց չարգործը։ Այդ չարգործը այդ կառավարիչները, որոնք չեն երևում, անում են նաև 100 տարի առաջ Հայաստանի նկատմամբ։ Եվ հիմա էլ մենք դարձալ այդ չար ուժերի, որոնք չեն երևում, ծվծյալ են, մենք նրանց զոհն ենք։ Եվ ուզում եմ ասել, որ մեր ժողովուրդը պետք է գիտակցի և ոտքի կանգնի, և սատար լինի Ռուսաստանին, որովհետև այսօր Ռուսաստանը պայքարում է իսկապես այդ չարի աշխարհի դեմ և փրկում է ամբողջ աշխարհը։ Եթե Պուտինը չլինի, ամբողջ աշխարհը հիմա վաղուց ի վեր արդեն քանդված և տակնուկտայված կլիներ։ Այնպես որ մենք պետք է բոլորս գիտակցենք և ցանկանանք, որ Ռուսաստանը շուտապույտ իր հաղթանակը կնքի, և իհարկե մենք էլ նրանցնից ունենք մեր հայրենասիրությամբ և մեր գաղափարներով։ Դա Աստված որ նրանց հաղթանակը շատ շուտ լինի և հայրում։ Մենք ամենայն բարիքին կանում Ռուսաստանյան ռուսական կառավարության շնորհակալություն։ Ես ծննդով արցախցի լինելով, որին ցավակցությունից եմ հայտնում այդ հողում զոհված զինվորներին, իրացողները ռուսերի մեջ մնում, որին ցավակցությունից сюда, чтобы выразить свое глубочайшее соболезнование матерям, женам, сестрам, дочерям, родным и близким, друзьям и сослуживцам. Мы специально подобрали букетики, которые олицетворяют флаги Армении и России. Они всегда будут рядом. Как бы Запад ни пытался разрушить эту дружбу, им это не удастся. Потому что эта дружба образовалась не вчера. Она имеет столетия истории. Еще в 19 веке, когда русский солдат рядом с армянскими солдатами стоял и защищал нашу армянскую святыню, святой Эчмиадзин, в 4 километрах от Эчмиадзина находится стела, поставленная еще в 19 веке, которая и память погибшим солдатам, и, конечно, это символ дружбы армянского и российского народа. Я хочу тут вспомнить, знаете что? На днях фрау фон дер Лайнен, я не случайно сказала, не фон дер Лайнен, не употребив аристократическую приставку фон, а именно фон дер Лайнен. Почему? Потому что вонь, которая распространяется
от этого коллективного Запада уже заполнила весь мир. Они настолько циничны, что даже на встрече в Японии, не стесняясь, употребляют словосочетание «политик», который не имеет права такие ошибки делать. Она употребляет словосочетание «Россия снова against», снова бросит бомбу на Японию. Прошу прощения, вообще будет употреблять атомную бомбу. То есть как будто это Россия сбросила бомбу на Японию, а не Америка. С удивлением будут знать многие японцы, сами японцы, они там живут, многие из них до сих пор не знают, что атомную бомбу на их страну, две атомные бомбы, бросили Соединенные Штаты Америки. Вот как работает идеологическая машина. Вот именно этими словами, что еще раз, вы понимаете, какие она делает заявления? И вот эта идеологическая работа, 30 лет централизованный коллективный Запад работал и на территории всех бывших 15 республик, и в частности бывшей армянской ССР. Их результат мы видим сегодня. Они добились того, что в Армении, как и во всех бывших 15 республиках, созданы НКО, так называемые организации, которые финансируются извне, и цель которых – разрушать страны. Есть книга, напечатанная в 2004 году, ее автор Джон Перкинс. Она называется «Исповедь экономического убийцы». И там подробно рассказывается, как надо свергать те или иные правительства. А если правительство бывает настолько достойным, что не подвергается их идеологии, тогда он пишет у себя, тогда включаются шакалы, и они просто уничтожают глав государства, чтобы установить своих людей и установить свои законы. Я хочу сказать, что то, что произошло на многострадальной земле Арцаха, это боль не только армянского народа. Гибель российских миротворцев, шестеро миротворцев погибли на многострадальной земле Арцаха. Это наша боль. И я очень хочу тут заметить и подчеркнуть, что российские миротворцы, погибшие на многострадальной, попираемой агрессором земле Арцаха, они погибли, защищая арцахский народ, защищая армян от очередного вырезания, а правильнее будет сказать, от очередного геноцида того же Ятагана. Никакой разницы, что Ятаган сегодня называется Байрактар, который сверху просто нападает. И вы посмотрите в Ютубе видео, как матери, спасшиеся со своими детьми, рассказывают, как детки, которые были от первого удара спасены, они их собрали вокруг дерева, они там столпились, и именно туда ударили. Эти агрессоры, которые всему мировому сообществу лгут и говорят, что они против террористов. Это 6-летние, 10-летние дети, которым вы выбили мозги. Это они террористы. Всегда преступник первым делом обвиняет других. Преступник Азербайджан, преступник Эрдоган, Турция. Они всегда, всегда делали все, чтобы уничтожить Армению. И для чего? Для того, чтобы подобраться сюда, сделать из Армении плацдарм, чтобы отсюда напасть и на Россию, и на Иран. Мои соболезнования еще раз всем семьям. И низкий поклон русскому народу
русским матерям, родившим таких сыновей. Спасибо вам!